Троллейбус под символичным номером 100 не вышел сегодня на рейс Чебоксары-Новочебоксарск из-за дополнительных согласований. Об этом стало известно во время совещания в Доме правительства. Тестовый рейс, связавший два города, состоялся в конце прошлой недели. Троллейбус проехал по маршруту от Красной площади Чебоксар до библиотеки в Новочебоксарске. Запустить троллейбусное сообщение планировали в понедельник, 13 января. Чтобы потом у нас не возникали вопросы и не было, так скажем, вопросов в части того, что одним лицам, которые проживают в Чебоксаре, в Чебоксарске устраивал маршрут, другим не устраивал. С учетом тех мнений, которые сегодня поступили, мы проводим до конца анализ, до конца дня. И уже в решающий момент, то есть уже когда все вопросы будут сняты, я думаю, что завтра уже маршрут будет на линии. Новочебоксарцы были рады появлению троллейбуса в своем городе. И тут же посыпались предложения. Попросили еще охватить улицу Винокурова и улицу 10-й пятилетки конечной остановки. Попросили мы Министерство транспорта полностью удовлетворить потребности просьбы граждан. Глава республики потребовал решить вопрос в самое ближайшее время, отметив, что корректировать маршруты можно и в процессе работы. Александр Михайлович, давай примите меры.